You have 10 minutes maximum. Sometimes commanders can be too strict. Will there be another chute packing violation, guys? Do you want to live? Yes, sir. Or too perceptive. Right now, I see that you don't. You'll be fired sooner than you want. Because even the strictest commander was once a raw recruit himself. There's no room for errors or anything. It's people and an expensive submarine. Forget your civilian life. You're in the Navy now. We swear. You'll want your mother. But instead of parents, now you've got a commanding officer. Laying in 224. Your new home's on the water and has firepower. Fire! Alert, torpedo attack. But you'll soon get used to it and say, Mom, I'm a sailor. One day you'll look back on your service with the Baltic Fleet as the best time of your life. We're ready for battle. AM. With just seconds to go before his alarm, Senior Lieutenant Golubev has no chance of oversleeping. Пашечка, солнышко, с тобой, пожалуйста. Ты опоздаешь, слышишь меня? Паша, Паша. The first mate aboard the Magnitogorsk has to hurry. There are just minutes to go before the morning muster. Вставай, вставай, вставай. Давай, 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 давай. Блин, Паша, все, вставай, подъем. Тихо. Подъем. Быть женой офицера – это, во-первых, быть самой лучшей женщиной. Это быть самой идеальной, самой любимой и самой счастливой. Давай поднимайся. Да все, я встаю. Давай, давай. Будет командир ругаться. Не, жена, как настоящая жена офицера, собрала чемоданчик и поехала. Надо ехать в Магадан, поедем в Магадан. На новую землю, значит, на новую землю. Ну, по мере возможности. Не чтобы долго мы друг от друга далеко не находились. У меня мама сама не из военной семьи, и я сама не из военной семьи. Мы не знали до этого, что это такое, как жить с этим. Да, может быть, где-то были такие вопросы, а ты готова? Ну, я всегда отвечала за ним куда угодно. Паша! О, вовремя. Угу. Держи, аккуратно, все горячий. Нормально, нормально. Да. Ложку. Ничего не забыл? Все, да, взял? Все? Все? Нормально? Ну, что-то. Все. Давай, вечером буду. Побриться. Да, не забудь. У них даже есть такой, как закон для жен. Жена военно-морского офицера должна быть на две головы выше жены сухопутного и выше всех остальных. Вообще. Буду ждать. Опа. Доброе утро. Доброе. Поехали. На работу. Exams are underway aboard the Subrazitelny. Seamen don't just learn in classrooms, but also on the open sea. A captain is a strict teacher as well as a lone commander. Lieutenant Karakash is first to sit an exam. Сейчас начинаем заниматься все боевой подготовкой. Отрабатывать то, что у нас не отработано. Что такое боевая подготовка, как вы его считаете? Моя подготовка? Дайте ему управление устав, Александр Анатольевич. Покажите эту статью. Пусть он выучит наизусть, что такое боевая подготовка. Дальше начнем с ним изучать, какие виды боевой подготовки бывают. По специальности за живучесть тактическая. Надо ему дать устав, начать с него его изучать. Это должна стать его настольной книгой. Уровень знаний нулевой, он вообще не знает ничего. Там какие-то азы, ну, не знаю, как будто он только второй день на корабле служит. Вот только пришел, ему сказали, что ему надо сдавать, и он... Какой-то компании мир опускает только после того, как получит определенное очередное определение. Понятно, да?
Товарищи командиры боевых частей, нам предстоит выход в море. Сейчас старшему помощнику сдадите все журналы боевой подготовки, я вам напишу задачи. Самое главное, чтобы вы довели постановку задач до каждого подчиненного, до матроса, до каждого офицера, мичмана и тому подобное, чтобы каждый имел понятие, куда, зачем, что и почему мы выходим. Выходим для обеспечения подводной лодки «Выборг», заводских ходовых испытаний. Ну и дальше возвращение в базу. Вопросы? Вопросы ко мне есть? Все, товарищ офицер. ЖВБ соберете, Павел Ильич, потом ко мне в каюту и доложите. Есть, точка. The Marine Infantry will also take part in the Baltic Fleet training exercise. They'll be fighting alongside the corvette Sabrazitelny. Artyom, Akim and Alexei are raw recruits who can't boast of huge military experience. They can only earn the right to take part in the maneuvers by scoring high marks in combat training. Снимаем крышку ствольной коробки. Пружину. Затворную раму. Выкладываете и по команде к сборке автомата. К выполнению норматива приступить, начинаете собирать. В школе я как бы не держал их в руках вообще. Ну, не видел ни разу. А закончил школу, 9 класс, пошел в техникум учиться. Там участвовал тоже в каких-то там соревнованиях по разборке автомата. К выполнению упражнений приступить. Сразу я не все четко понял, в какой последовательности все должно идти, там складываться, аккуратно пристегиваться. Потому что это не довольно-таки не так просто для первого раза. Выполнение норматива приступить. Одно дело просто разобрать автомат для чистки после стрельб, а другое дело сделать все это дело на скорость. А, балбес. У меня был опыт сборки, разборки автомата АК-74М, но именно у меня нет опыта. В общем, давно я этим делом не занимался. «35, да?» «Да». «Ну, если не тупить». Я собой дико-дико недоволен своим результатом. 35 секунд – это позор. Самый худший был из нас трех, то как Михей Рейс, мы были все наравне. Одно радует, то что не хуже товарищей. Думаю, в следующий раз еще один полигон, и как бы будет намного лучше. There's less than a day to go before the Magnitogorsk sets sail. Центральный причал. Открыть передние крышки 5-6 торпедного аппарата. Before putting out, the submarine crew must load up with torpedoes. Погрузка боезапаса – это один из тех моментов, когда требуется от всего экипажа слаженность, слаженная работа. Потому что есть случаи, история знает, когда происходили всякие неприятные моменты при погрузке. То ракеты падают, то торпеды, то взводятся, улетают. Последствия могут быть крайне тяжелые и крайне серьезные. Поэтому все мы немножко взбудоражены по поводу данного мероприятия. The naval stores have sent ammunition to the submarine. While she's moored, her old torpedoes will be replaced. Все имеют свои сроки, даже железо. И у торпед есть тоже свой срок хранения на лодке. Поэтому мы осуществляем погрузку-выгрузку, когда заканчивается срок изделий. Давайте начинаем ставить туда. Правильно, записать в журнал. Начата установка ТПУ специально для подводных лодок. Нашего проекта было придумано торпедопогрузочное устройство, потому что на всех остальных лодках, на дизельных, которые раньше были, там у них был торпедопогрузочный люк в носу, он вот так вот открывался, клалась торпеда, и она заходила в отсек. А вот это единственная лодка, для которой сделали вот торпедопогрузочное устройство, оно сейчас цепляется в нос, потом уже на него кладут торпеду, и торпеду заталкивают в отсек. Это гораздо больше неудобно. Аккуратно! Да, чуть-чуть.
Вы давайте длинномер подгоняйте. Мы сейчас будем уже готовые изделия подавать. Да, да, да. Что такое, минер? Все, встал, да? Все нормально. Значит, командир, все поставит. Минер, готово, нет? Готово! Подаем! Стоп! Минер, что случилось? Не знаю. Я ж не там. Центральная, на торпедной палубе спросите, там что случилось? Почему торпеда встала? Самая опасная, потенциально опасная работа – это оружие. А с оружием всегда опасно работать. Даже палка стреляет раз в год. Центральный. Центральный. Есть центральный. Ну что там на торпедке? Им что-то не понравилось, они остановили, или что? Нужно понимать, что он несет у себя определенный там килограмм взрывчатого вещества, и если произойдет взрыв, то погибнут лодки. Случай был с подводной лодкой, которая в 61-м году. Уже загруженная торпеда у нее взорвалась. И помимо того, что погибли люди на лодке, на самой, еще погибли люди на самой, на соседней лодке, которая тоже затопила у нее первый отсек. А взорвалась всего лишь одна торпеда внутри отсека. А если взорвется снаружи лодки, то будет очень плохо. Командир, вы части 3 вызовите ко мне. Once at sea, the new commander can show what he's made of. Товарищ командир, это на прикашу открыл, рацию прибыл. Где у вас счетный лист? Счетный лист. Their combat unit commander's chances of a pass are thinning fast. Вот он. Ваше время сдачи зачетов вышло у вас уже давно. В каком объеме он будет знать и исполнять свои обязанности, я в этом лично заинтересован. Поэтому я ставлю ему сроки, там, час-два, вызываю постоянно его, постоянно ему об этом напоминаю, постоянно дергаю, потому что это напрямую касается меня. Почему вы зачеты не сдали до сих пор? Потому что я делаю много дел одновременно. У вас стоят ваши товарищи на вахте. Да, Чернов? Вы не допущены. Через час сдача зачета пункта вот этого. Просто нереально выучить за час весь тот объем, который он мне задал. Я лично знаю свои способности, я не успею, конечно, это сделать. На месте. Стой. The new marine recruits are training on the firing range. Напоминаю, правила выполнения упражнения. Выполняем упражнение на дальности 100 метров. Прицел 4. Так как на дальности 100 метров траектория полета пули превышает линию прицеливания на 24 сантиметра. Как раз получается от нижнего обреза цели до центра десятки 24 сантиметра. В идеале целимся под обрез, попадаем в центр десятки. На исходный рубеж шагом марш. Побыстрее. Ствол смотрит в сторону мишени. Гвардия матрос Михеев к бою готов. Гвардия матрос Ерикин к стрельбе готов. Гвардия матрос Рейс к стрельбе готов. Красный! По своим мишеням. Одиночными. Огонь! Во время стрельбы появляется чувство драйва какого-то. Тебя бьет отдача, глушит уши. В голове мыслей вообще никаких нет. Ты просто выполняешь какое-то действие. В данном случае это действие была стрельба. Ваня, я Михеев стрельбу окончил. То, что глушит, да, это плохо. При стрельбе надо открывать рот, чтобы не, ну, не так сильно глушило. Разряжай оружие к осмотру. Пуск, выстрел. Осмотрено. Посмотрим. Своим мишеням шагом марш. Мы стреляли из автомата Калашникова. Я остался как-то равнодушен к этому. Мне что-то не очень так понравилось. Ну, что такого пострелять из автомата, вот лично для меня сейчас. А ребятам, как бы, они остались там под впечатлением. Все там сказали то, что нам нравится. Почувствовали себя воинами. Раз, два, три, четыре.
5, 6. Фамилия? Рейс. У меня получилось стреляться на, по-моему, 125 очков. Оценка отличная. Я даже удивился, потому что предыдущие стрельбы, они, в общем, их я сдал на троечку. Тут я свои результаты подтянул довольно хорошо. И Аким, и Леха тоже в этом плане достигли кое-каких успехов. Фамилия? Ерикин. 117. Оценка отличная. Михеев. 113. Оценка отличная. Ну, несмотря на то, что мы отслужили только пару месяцев, в стрельбе показали результат не намного хуже, чем многие контрактники. В этом плане огневая подготовка, она здесь на высоте. En route to St. Petersburg, the Subrazitelny reaches the shores of the Swedish island of Gotland. It was here in August 1941 that a Soviet submarine, the S-6, disappeared. Равняйсь! Смирно! Равняйсь середину! Митинг, посвященный отданию воинских почестей, прошу считать открытым! 22 июня 1941 года подводная лодка в результате авианалета С-6 получила повреждения. Несмотря на ранения, командир продолжал управлять кораблем, перемещаясь по подводной лодке на руках у личного состава. С-6 потоплена авиацией 30 августа 1941 года. Вечная память. История войн не знает таких тяжелейших условий, в которых действовали подводные лодки Балтийского флота. Топили фашистские корабли и суда повсюду, в том числе и у берегов Германии. Флаг приспустить! Головной убор снять! Венок на воду возложить! Приеме. Торпеда, изделие? Точно. Все, давайте, подавайте. Для каждого там торпеды есть определенное время нахождения на борту. Вот для этих двух торпед истекло время нахождения на подводной лодке. Поэтому выгружаем. Точнее, меняем. Мы эти две сейчас выгрузим, сейчас две другие. Уже продленные, проведен ремонт, регламент, а мы загружаем. Тихо, 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 стой, стой. А то пальцем не прищемишь. Все. Торпеды их же нужно поднимать, они каждая весят там в районе 3 тонн. Нужен специальный кран, который выполняет все эти работы. Теперь нормально. Так как мы находимся на Калининградской земле, нам повезло. С нами работает кран, который 39-го года постройки, достаточно уникальное такое изделие, которое еще трудился на фашистскую Германию, потом на Советский Союз, и теперь он трудится на благо нашей России. Все, хорош, главное на это. Вот, приподнимайте чуть-чуть. Да нет, все, она горизонтальная. Ну, пока у нас все идет ровно, осталось, в принципе, там уже два изделия погрузить, и можно спокойно выходить в море. Что там стало направляющим? Все нормально там? Что, зашла нормально? Да. Ну вот есть. Внутри подводной лодки уже торпеду саму принимает техник БЧ-3, который выкладывает на стеллаж, передвигает и руководит там размещение внутри корабля.
Держи, держи. Держи, держи, аккуратнее. Ты не дергай. Ну что? Вверх не поднимай больше. Вверх потащил. Так они работают. Че, куда вверх-то тащишь? Вниз, вниз. Вниз! Держи, держи, держи. А теперь назад ее двигайте чуть. Торпеда очень тяжелая, поэтому соблюдаются все требования безопасности. Ну и все действуют предельно внимательно. Да, давай, поехали. Уходи. Вставай. Все, пусть забирают. Центральная и причала. Напишите в журнал. Закончена погрузка выгрузка боезапаса. Снято ТПУ, замечаний нет. Есть, записано. Погрузка боезапаса закончилась на корабле. Погрузили. Безаварийно не было никаких, слава богу, нештатных ситуаций. Минер молодец. Вот сегодня ему надо отдать должное. Он с утра сбегал, принял торпеды, договорился насчет погрузки. Эсминец этот отшвартовали, оттянули. Ну, в общем, молодец, сегодня организовал так достаточно хорошо. Loading the torpedoes is just the first stage of preparing to set sail. The submarine's crew still has plenty of work to do through the night. Lieutenant Karakash finds a quiet corner for some revision. But his solitude is disturbed. Чё учишь? Да, обязанность тебе, ну чё, дежурную. Зачёты? Да, ну а чё ж ещё, блин, конечно, куча вопросов, миллиард просто, хрен знает. Блин, сам командир принимает, да, всё? Ну да, в том-то и дело, блин, видишь, не могу никак дежурным заступить. Ну зачёты всё равно сдавать-то надо. Сейчас допустишься и всё, отстанет. Блин, одно выучил, после него что другое выучил. Толстовато-то, мне поменьше будет. Ну, понятное дело, у тебя-то, блин, дежурный по низам всё-таки, у меня по кораблю да. Целый. По разным ситуациям и всё тому подобное. Это у нас самое главное, борьба-то за живучесть. Стремление есть, он хочет, но он просто ничего не знает. А все, что знает, он у кого-то понахватался чего-то, но это не так, как надо. Поэтому в процессе воспитания его сейчас нужно сначала искоренить все, что он где-то у кого-то узнал, и дать ему туда, в его голову, вложить то, что нужно делать. Ну ладно, я побежал туда. Давай, давай, да. Стой, задача. Если что, поставь. Если что, позовем, да? Да. After checking the equipment, the first officer gives the order for the accident prevention examination to begin. Начать противоаварийный осмотр. Есть шестой, начать противоаварийный осмотр. Есть шестой. Есть первый, начать противоаварийный осмотр. Есть первый. Проверить чистоту, сухость, освещенность трюмов выгородок. Есть шестой. Перед тем, как выйти в море, отойти от причала, надо сначала подводную лодку приготовить. Exams like this take place every day. But before sailing, they can be a matter of life and death. Все вот откинуты, два кабеля питания с берег, плюс-минус. Вот один из начальных моментов – это переход на питание от своих батарей. Теперь будем откидывать кабеля питания с берега от стоковода подводной лодки. Мы пойдем в море, мы же не можем кабеля тащить за собой. Че стоим, поехали. Кабеля тащим. Отключаем кабеля, там сейчас наверху их начинают сворачивать. Одновременно с этим готовят надстройку. Отходы снимают гербы, обвесы, подсветку бортовых номеров. The seamen who serve in the galley won't get much sleep tonight either. Картошку, капусту, свеклу, лук, морковь. Before setting sail, food supplies must be brought aboard. Взяли вот 5 мешков, но они не израсходуются в тенале. Запасы мы берем. Final preparations for putting to sea are completed just before dawn. Закончить противоаварийный осмотр. По местам стоять к осмотру и проверке оружия и неработающих технических средств. На каждом приготовлении проверяется работоспособность всех механизмов, систем и устройств. И
итогом приготовления корабля к боепоходу является, что корабль готов выйти в море, все механизмы проверены, все работоспособно, ну и, соответственно, уверенность у меня, как у командира, что будем надеяться, что ничего не случится, и уверенность у экипажа, что они проверили все механизмы, проверили приборы свои, каждый за что он отвечает, и в нужный момент это не подведет, и мы достойно выполним поставленную задачу. После того, как лодка приготовлена, мы можем отходить от причала и начинаем выполнять задачу, поставленную вышестоящим командованием. The Magnitogorsk is ready to set sail with the first rays of the sun.